Да, вот через такие проблематично пробираться. Да она как-то странно клюет. Непонятно. Есть? Кто это? О! Всем привет! Хороший день для рыбалки. Сегодня я буду на такой микроречке просто, посмотрите, какая красота. Буду ловить на безмотылку. А основной целью для нас будет сегодня голавль и плотва. Ну что, погнали? Ну вот, приехали, наконец-то, микроречка. Я сегодня с двумя Михаилами. Миша. Буду сегодня ловить на безмотылку. А? В начале зимы тут был очень хороший окунь. Ребята ходили чуть повыше. Так, начнем. Вот такой безмотылочки. У нас на этой речке. Самых 2 кило? Я ловил на кило 600, вот несколько раз таких. Не, у меня килограмм самый крупный. И тот весной. И опускаем. Главное, фрикционно ставлю. Потому что мало ли, а вдруг клюнет крупная рыба. Глубина здесь вообще небольшая. Примерно сантиметров, наверное, 40 ото льда. Перебежка у нас была хорошая. Красота, конечно, вокруг. Надо ловить. Поставил я вот такой вот гвозди кубик, сырный кубик. И от него же будем отталкиваться. У меня, кстати, заметил, у меня в последнее время несколько таких закономерностей было. Вот так на медленное опускание голавль долбил. Вот именно медленное опускание. И причем сразу так загибал. Есть. Тоже первая плотвичка. Ну пока мелкая рыба. Но уже у всех были поклевки. Даже на балансир. Подошли специально по главлю. На первый лед. Есть. О, блин. Ладно, живца пойдет. Сейчас не стало. Тут, по идее, голавль может тюкнуть. Раньше. Если зимой. Ай, блин, а. Окунь. Прям видно по поклевке. Да она как-то странно клюет. Непонятно. На стоячку берет даже, да? Да. Ну, она вялая сегодня с утра. Да. Ну, пойдем дальше ухаваривать. Да, вот через такие проблематично пробираться места. Тяжко. Ну, интересно. Плевать, если сегодня плохо поймаю. Зато душой отдохну, просто ловить здесь один кайф. Когда вокруг, называется, деревья, все нависшее, коряшки. Все, как я люблю, называется. И уверен, вам интересно. Но я думаю, сегодня найдем нормальную рыбу. В этом уверен. Прямо резкий на мель выходит. А, резкий свал получается там. Точнее, подъем. Есть. Ну, вот. Кто это? О, это нормальная плотва.
А тут всегда нормальный хвостов стоит. Ну и тут немного, тут знаешь, как ее странно ее выловишь. Там, что-то, и все. Или соседка это, где кошки этой пеструшки. О, снова. Смотри, только на опускание опять, более-менее. Попали. Ну это уже живец. Крупный, приятный живец. Вот интересно, да? Там тишина полная, тут приходишь. Ага, а тут сразу. Два опускания, да, две рыбы. Как бы и не должно быть такого. Но у меня вот тут, видишь, тихо, тут ничего не стоит. А там попал. Ну, мне кажется, это парная была. Не, ну не важно, она там держится. И все, как я и сказал, парная плотва. То есть надо еще где-то бурить рядом. Нет, посиди немножко, она может подойти. Сейчас я набурю, конечно, лункой. Ага. Вон. Коряжник конкретный. Ну да, поэтому она тут и стоит в упавшем дереве. А это ничего нет. Чаек выпить. Я последние два года на сало подсел. Его как съел, полдня сутки. Я знаю. Это я никогда не ел раньше. Меня этому еще раньше отец научил. Красота. Только что поймал вот такую плотвичку, тоже неплохая. И также на сырный кубик. Думал, включил камеру, ничего подобного. И также у дна, буквально сантиметров 5-7 от дна. Выска, когда поднимаю, вообще почему-то нет поклевок. Сегодня, увы, я буду недолго ловить. Надо в больницу, поэтому нам осталось, ну, чуть больше часа и будем возвращаться. Надеюсь, что еще кого-то найдем. Приходится уже обратно идти. Но сейчас, я думаю, по тем же лункам пробежимся. Кого-то точно поймаем. Кстати, я же забыл сказать за безмотылку. Сейчас я ловлю на сырный кубик. Это гвозди сырный кубик от Зеленого мыса. Ребята с Нижнего Новгорода делают эти безмотылки. Довольно ловят. По крайней мере, сейчас вот у меня безмотылка поисковая. Когда я ее нахожу, рыбу, и потом уже меняю, начинаю перебирать безмотылками. Кого вдруг заинтересует, ссылка в описании. Есть. А, есть. Все. Видишь, пошло. Сейчас тут. Опять листиком, да? Мешок сейчас наловим. Косяк пошел. Вот то, какой поклевок. Есть. Ха, сразу уже ударил. Ну, мелкий. Причем на опускание взял. Я его оставлю, потому что на живца надо набрать. Я еще планирую на жердочки половить. Есть. Наконец-то. Сырный кубик. Как обглодали дерево. А жалко стало его. Ну вот и все. К сожалению, рыбалка закончена. Сегодня по итогу клевал очень слабо, если быть точнее, вот эта вся неделя просто у меня пролетная, а здесь уже хоть что-то хоть поймал. Плотвичка клевал не крупного размера. Окунь почему-то вообще в отказе. Ну, только одного я поймал. Ты, Миш, сколько? Тоже одного окуня поймал, да? Одного окуня поймал? Выходит, два окуня всего лишь, а все остальное это только плотва. Самого разного размера. Не разного, а мелкого. Ладно. Самого мелкого размера.
Все равно река, мне это очень нравится. Я уверен, здесь я не в последний раз. Надеюсь, вам понравилось. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока.